Сезон дорожных работ в Чувашии постепенно подходит к завершению. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделено почти 4 миллиарда рублей на приведение автотрасс республики в нормативное состояние. На эти средства должны отремонтировать около 118 километров. Как выполняется этот план и на каких еще дорожных объектах сейчас активно работают подрядчики, узнала наша съемочная группа. Участок автодороги Комсомольска-Яльчики-Буинск протяженностью 9,5 километров – один из тех, которые в этом году обновляют по нацпроекту. Работы провели достаточно быстро, отмечают в районной администрации. Подрядчик полностью заменил асфальт. Обочины укрепили щебнем, асфальтобетонной крошкой, оборудовали 6 остановочных площадок. Остается только нанести разметку. Местные власти рассчитывают также обновить и еще один участок этой дороги. Надеемся, что и следующий участок этой республиканской дороги, который имеет тоже положительную экспертизу и проектную документацию, войдет в эту программу и будет очень хорошая, качественная дорога в следующем году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировано уже более 95 километров автотрасс из запланированных на этот год 118. Сейчас идет приемка работ. До ноября месяца мы завершим полный объем, физический объем работ, и до 1 декабря уже сдадим всю документацию и завершим все работы в этом году. А вот в селе Шигырдан Батыревского района в рамках республиканской программы строят дорогу протяженностью 2,5 километра по улице Ленина. Она центральная в населенном пункте. К ней примыкают еще 12 улиц. Поблизости расположены детский сад, школа, другие социально важные объекты. Каждый день здесь проезжают более 500 машин, рассказывают в местной администрации. И качество старой дороги жителей не радовало. Сейчас уже уложен асфальт, установлены водопропускные трубы, появятся здесь и тротуары. Причем работы идут с опережением графика. На данном этапе полностью дорожная одежда сейчас собрана, асфальт уложен везде, ведется строительство тротуарных дорожек, осталось устройство знаков и искусственной неровности, так что планируем сдать в этом году. Этот объект запланирован, запроектирован на 2 года, 2022-2023 год. Сдача этого объекта должна была быть в августе 2023 года, но так как повезло с подрядной организацией, мы работы по строительству вот этой дороги 2,5 километра завершим уже в этом году. Буквально через месяц эта дорога будет сдана в эксплуатацию. Объем дорожного фонда Чувашии на этот год составил более 7 миллиардов рублей, напомнил профильный министр. Будет отремонтировано 216 километров дорог и построено 18 километров новых трасс. Юлия Скрябина, Алексей Еникин, Святослав Петров. Вести Чувашия.